Итак, всем привет, с вами, как всегда, Александр. Мы продолжаем проходить мод «Снайпер», в который входит СГМ и прочие моды. В прошлой части мы с вами добыли такую вот интересную вещь. Мне интересно, можно ли ее починить? Вот это может быть печально, то, что, может быть, ее нельзя починить, поэтому я сейчас зря радуюсь. Ну, давайте сейчас быстренько сходим и проверим. Просто мне очень интересно, я уперся в стену. У нас покосан костюм. Ну, починка в любом случае будет стоить где-то 100-150 тысяч, может быть. Но в любом случае, у нас есть экзоскелет, это уже мотивирует то, что мы нашли его даже. Я вообще вот говорил то, что мы его не найдем, то, что вот он редко падает. Фига ко мне прямо в этом трупе в первом уже экзоскелете, упал экзоскелет, это нормально. Это очень круто, хотя это вносит какой-то свой дисбаланс. Хотя нет. Вот, допустим, я не буду говорить про реал, но просто убив какого-нибудь NPC, вы не сможете, почему бы вы не взять его одежду? Я не знаю, как в том же самом Хитмане. Также это реальность тоже. Так что все окей. Надеюсь, его можно починить. Надеюсь, очень сильно. Сейчас свершится наша судьба. Ну. Ебать! Это плохо, это очень плохо. Это печаль, как плохо. Ну ладно, зато мы его выложим, и тогда нам за него дадут очень много этих. Лоха. Так, ты меня расстроил, чувак. Ну сейчас мы сходим на Скадовск. Нет такой суммы, мне говорят. Хорошо, значит, будет такая сумма. Ай, печально, ребят, печально. Новую грозу. Блин, за 2000? Она стоит? Ладно, не важно. Неважно. Пошлите. Скадовск. А, печаль, что этот скелет не улучшается. Может быть, и другого улучшается, я не знаю. Посмотрим. Хотя я в этом тоже не уверен, потому что все-таки правильно создатель сделал, что... То есть ты его можешь поносить чутка, но не сможешь его улучшить. Нет, ты улучшить его сможешь, но ты не получишь с него защиту. Он будет нулевой, но с какими-то там характеристиками, которые дают. И все, по идее. Ну так неинтересно. Я так обрадовался. Эх. Печаль, ребят. Печаль, тоска. Ну ничего. Заработаем сами, значит. Как-нибудь. Через двери бегают, ребята. Слушай, ну, привет! Слушаю тебя! Привет, здравствуй, сталкер. Так, давайте посмотрим. Ну, я думаю, нет, потому что раз там нет, то и тут нет. Даже, допустим, на этот тыркнем. Этот ремонтируется, а этот. И этот ремонтируется. Заебись. Заебись. Все, ребят. Я безумно рад этому делу. Так. Ну, здорово. Друг, прими у меня товары, пожалуйста. На вашу посудину я пришел с тем, чтобы продать. Это я продам, похрену. Это тоже уже 14 тысяч. У меня сейчас стоит одна шинковалка, так что все окей. Теперь продаем это. Ой, чуть не продал патроны, которыми я пользуюсь. Это было бы очень замечательно. 20 тысяч, ну я думаю, нам хватит. Он стоит 28 починка, 26 у меня уже есть, 31. Что дают эти артефакты? Это дает неплохой, кстати, баф, но... Ладно. Нам нужно для благих дел все эти артефакты. Так что пусть они продадим их. 37 тысяч, 38. И тут он может улучшать экзоскелет. Я узнал очень хороший. Это очень хорошо для меня. Давай, чувак, улучши мне экзоскелет. То есть не лучше, а почини, пожалуйста, братиш. Да. Да. Красовая лаборатория называется. Но мы не можем в нем бегать, пока мы не прокачали специальную возможность для бега. Это я не знаю даже, где находится. Или можем. Или нет. Нет, можем. У нас теперь защита максимальная почти. Ну, блин. Экзоскелет просто так получить, это
Это класс. Это супер класс. Есть водка, будешь? Думаю, будет. Давайте ему положим. Ну, раз. В руки не дрожали. Два, три. Это. Сейчас у нас будет, знаете, сколько? У нас сейчас будет дохренище просто. Всего. То есть у нас будет частей где-то 50, я думаю, будет. Из 27. Хотя нет. Надо столько положить, чтобы 50 было. Так, у нас сколько? 28. 39. Неплохо. Держи еще бутылочку. Там бухай пока. Я пока посмотрю, что мне еще можно скинуть. Это, чтобы работа спорилась? Именно неплохо, так, правильно говоришь. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше 39. Пойдет, 40. Да. Так. 10 тысяч, 8 тысяч. Крушение удара. Мне сил не нужно. Носимый вес тоже. Крушение удара. У нас улучшенный экзоскелет теперь. Гашение удара у нас и так максимально почти 1000, тут плюс. Вот это что, панел второго поколения. Шинкалки ты ремонтируешь только. А не улучшаешь. Так, давайте посмотрим. Мне интересно, сколько стоят последние инструменты. Думаю, тебя заинтересует. Ну что, есть что-то новое? Тридцать тысяч. Ясно. 30 тысяч это ок, конечно, но... Нам их до 30 тысяч, нам как до Китая. Чем угодно. Может рака, может не рака. В общем, много нам до 30 тысяч. Очень много. А то у него есть вот такие патроны. Я думаю, я у него их закуплю. Также у него закуплю вот это. Вот это. 4000. Ну да, как раз. Вот, все замечательно. У меня нет таких денег. У меня есть шинковалка, экзоскелет. Мне больше, по идее, ничего не нужно. Мне нужен прицел, который я продал. Так, давайте кое-что посмотрим. Давайте поставим. Так у нас в пульстёксе нормально. Давайте поставим. Лучше вот это. Потому что радиацию. Все защиту увеличивать и так далее. То есть... Давайте теперь. Что мы хотели? Я что хотел сделать, ребят? Я не помню. А. Как можно затупить так жестко? Ну ладно. 5 косарей. Вот где мы возьмем 5 косарей, меня уже это интересует. Гранату продадим. Потому что мы им все равно не пользуемся почти. Вообще не пользуемся, можно так сказать. Вот. 5000. Продать. Купить. Одеть, если можно. Ёбаный. Вот я лох. Бля, какие прицелы здесь используются? Надо улучшить, наверное, чтобы одеть прицел. Хотя уже продал. Так. Связной где у нас находится? Пошлите, встретимся со связным. По пути будем искать артефакты. Хочешь попасть на сухогруз? Прячь оружие. Хочу попасть, я уже на нем, если что, ребят. Если уж на то пошло. Так. Пойдемте посмотрим, может там рефнулись артефакты. Не, ну получите. Бандиты, я не разрешаю вам жить на этой планете. Ах ты ж ёб! Ах ты ж ёб!
Альфа? Альфа — это нормально. Тут ее как-то очень зачастую много. Нормально. С этим, с пулеметом ходит. Нормально. Вообще очень круто себя чувствую. Почему-то пошли за Колобком сходим. Потому что Колобок этому чуваку нужен был. Хотя Колобок не тут находится. Я просто перепутал одно место, где у нас какая расщелье. Расщелина такая огромная. А вы, думаю, поняли. Давайте сначала сюда сходим еще. Артефактом. И будем по пути вот так вот делать. Это для того, чтобы не покоцать его. А то если покоцать, будет не очень хорошо. Артефакт у нас тут есть, только тут нас может убить, потому что тут аномалия. Тут даже два артефакта. Один из них очень крутой, кстати. Если вам честно сказать, очень крутой. Артефакт. Я сказал, что нас тут может убить. Я думаю, нас тут еще убьет. Оп. Братишки, привет. Где этот чертов артефакт? Давайте, двигайте, я вам помогу, потом вас убью. Дадите мне артефакт, я за артефакт вас не убью пока. Когда вы дадите, уже убью. Блин, и шар. Спасибо, брат. Тишка. Даже Петрухи показывает этот, как его. Сделал, чувак. О, прикольно. Так, теперь мы идем с вами по пути вон туда, посмотрим, есть ли там артефакт у нас. Вообще очень классно выглядит. Шинковалка у нее, перезарядка очень классная, меня очень прет. Сколько у меня, кстати, для нее патронов обычных? 136, а бронебойных 116. Нормально. Я думаю, нам нужно сделать вот что. Тут у нас бандосы или сталкер? Бандосы. Значит, ребят, вам не повезло в этой жизни, простите. Но я сделаю с вами расплату. Нихера себе, о, бандиты, блин. Еще так темно, еще в глазах все. Че, где? Все? Кончились? А нет. Нормально. Карается. Карается, найпа. Калашки у всех у них. У них своих калашки. Классно видно вам, да, ребят? То, что так думаю, вообще просто. Все видно.
Неплохо вы так умерли, ребята. Запускаю, да, по аптечке падает.